Всем привет! И вы на канале Начинающие дачницы. Я рада приветствовать вас в первом выпуске нашей новой рубрики «Домашний погребок». И сегодня я хочу предложить вам рецепт маринования огурчиков с горчицей на зиму. Нам для этого понадобится свежие огурчики, заранее я их вот так замочила в холодной воде, из приправки вот такой хрен, листики хрена, зонтики укропа, горчица горошком с семенами, чеснок, соль, сахар и уксус. Ну что ж, начинаем. Заранее замоченные огурчики в холодной воде мы должны обрезать у них вот так головочку и попку и складываем их в емкость. Огурчики выбираем одинаковые, так чтобы они ложились нам в баночку. Проделываем со всеми огурцами. Сегодняшний рецепт показан на литровую баночку. Заранее баночку нужно постерилизовать. Каждый это делает таким способом, каким он считает нужным. Я делаю следующим образом. Заранее помытую сухую баночку я наливаю горячего кипятка, вот такого, и закрываю стерилизованной заранее крышечкой. Также в кипяточке прокипяченной где-то минуток 5-7. Все. И даю постоять вот так в баночке где-то минуток 10. Далее все это сливаем. Теперь в готовую баночку начинаем складывать наши огурчики. Но предварительно сюда кладем 3 головки чесночка. Я вот одну разрезала, она была большая. Так, 3 головки. 2 листочка хрена на дно баночки. И 2-3 зонтика укропа. Будем сюда плотненько укладывать наши огурчики. Первый ряд мы их вот так ставим, огурчики наши, плотненько друг к дружке. Выбираем такие огурчики побольше. Второй ряд огурчиков будем ложить вот так, тоже друг к дружке прилегая. Заполняем все пустоты баночки как можно больше, чтобы у нас вместилось огурчиков. Наверх обычно кладу вот такие маленькие огурчики. Их больше влазит. Уложив огурчики, наверх баночки я кладу еще 2 зонтика укропа для большего аромата. Сейчас я наши огурчики буду заливать кипятком. Залив наши огурчики кипятком, накрываем их крышечкой и даем им отдохнуть минут 10. За это время мы подготавливаем наш маринад. В отдельную кастрюльку, в той, которой будет еще раз закипать водичка, мы добавляем на литровую баночку 1 столовая ложка соли без горочки, 3 столовые ложки сахара, 3. И 50 грамм 9% уксуса. Я уже заранее отмерила стаканчиком 50 грамм. Также добавляем сюда в маринад. Прошло 10 минут. Мы огурчики выливаем, водичку с огурчиков выливаем сюда в нашу кастрюльку. Перелив нашу водичку в маринад, в баночку добавляем перец горошком 5 зернышек. И самое главное, это горчица, горчица с зернами. На литровую баночку огурчиков чайная ложечка чайной горчицы. Что мы делаем дальше? Отправляем наш маринад на огонь и еще раз даем ему закипеть. Заливаем наши огурчики кипящим маринадом. Отправляем сейчас огурчики стерилизоваться. На дно кастрюльки наливаем небольшое количество воды, кладем на дно тряпочку и вот на эту тряпочку ставим наши огурчики. Стерилизуем их 15 минут. Постерилизовав наши огурчики, мы закатываем.
Я закатываю два раза, у меня машинка полуавтомат, чтобы наверняка. Вот такая красота получилась. Посмотрите, какие огурчики. Все, закатав наши огурчики, мы укутываем их полотенцем до полного остывания. Закатывайте огурчики по этому рецепту, и вы не пожалеете. До новых встреч!